Вітаю, з вами Ескулап. Алкоголізм, тютюнопаління, наркоманія та ігроманія – все це залежності, які руйнують здоров'я та життя українців. Як подолати залежність, наскільки це важко та де можна отримати кваліфіковану допомогу? Про все це ми поговоримо сьогодні у нашій програмі. І в нашій студії Володимир Ященко, генеральний директор КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня». Вітаю вас, пане Володимире, в нашій студії. Добрий Дуже день. Приємно вас бачити тут. Давайте розпочнемо традиційно з цифр. Якщо ми говоримо про залежності, усі залежності, зокрема, по Україні, які цифри, як багато у нас людей мають ту чи іншу залежність? Ну, в цілому, якщо брати доросле населення, то до 70%, до 60%, 60-70% мають залежність. Візьмемо, допустимо, так, тютюнопаління, так? Якщо брати дорослу людину, 68% чоловіків курить, 9% жінок курить дорослому. Більш молодий вік, там 45% курить хлопців і дівчата 35% курить. Понад 70% опитуваних, вони хочуть кинути це, вони не хочуть курити, але курять. Бо це вами вже хвороба. Ну, в принципі, так, да, це залежність. Я скажу, що механізм дії, він практично однаковий. Що залежність від алкоголю, що залежність від тютюну, що залежність від наркотиків. Механізм дії, він однаковий. Що, да, да, від комп'ютера, да. А як щодо механізму дії? От чому, наприклад, одні люди можуть там на свята вживати алкоголь, там іноді там покурити в компанії цигарку, там чи ввечері пограти в комп'ютерні ігри, і залежності як такої не виникає? Тобто людина зробила, забула і може там рік, півроку, там 2 роки, там більше цього не робити. А інший, наприклад, от починає там випивати десь в компанії, там чи курити, і стає залежним. Чому так відбувається? Ну, тут дуже багато індивідуально. От. А, ну, в принципі, якщо мова оригіналу, так сказати, є цикл Кребса, це хімічна реакція, в принципі, як живе чоловік повністю. От першого вдоха його і далі всі обмінні процеси. Так от, по этому химическому, так сказать, по этой химической реакции можно, в принципе, проследить любую залежность. Если взять алкоголь, там зависит очень много от места, народности, север, юг. Там, если взять юг, допустим, там очень нормально есть алкоголь дегидрогеназа у южного населения, те же итальянцы, молдаване, допустим, Грузия, они ж тобто п'ють довольно много. Генетичне. Ну, как бы, генетично. До алкоголю. Но наличие алкоголь дегидрогеназа – это тот фермент, который затем перерабатывает, помогает куда-то деть. Если же нет этого фермента в организме у человека, то такие народности, как северные чукчи, допустим, да, южная Африка, Китай, Япония, там нет. И поэтому, в принципе, если у человека нет алкоголь-дегидрогеназа, берем мы, допустим, тоже африканца, здоровенный хлопец, большой, хороший такой, да, мы ему раза 3-4 нальем по 100 грамм. И у него уже зависимость. Это уже залежность. Да. И тогда, почему народности целые споили севера, это же не секрет, об этом очень много описано уже везде, тех же чукчей, потому что с ними рассчитывались, извините, алкоголем. Забирали у них пушнину, алкоголь наливали. Они не готовы были к этому, они привыкли. І це затем стала проблема усього народу. Так, но затем даже благосостояние сім'ї чукчі зависело внешне, как определяли. По количеству пустых ящиков из-под алкоголя. Если рядом с юртой много пустых ящиков, это зажиточная, классная семья, она хорошо живет. Бывает такое. На сегодня зависимости, к сожалению, не уменьшаются. Они увеличиваются, ну, скажем так, работают. Это, с одной стороны, бизнес. Вот. Но, с одной стороны, как можно бороться, допустим, с тем же алкоголизмом, да? Если у нас в государстве, пожалуйста, зайди в любой магазин, полки ломятся. Везде алкоголь, 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 алкоголь.
Но если сложить весь алкоголь, что есть в магазинных полках сегодня, поверьте мне, что Украина столько не выпускает. Все заводы вместе взяты, они выпускают. Откуда там еще стоит, я не знаю. Ну, мабуть, вот. Імпорт. Дивіться, філософське таке запитання. По суті, ми всі маємо якусь залежність, правильно? Так. Тобто, але є залежності хороші і залежності погані. Хороші залежності – це, наприклад, залежність від спорту, там здоровий спосіб життя, красиве тіло. На прогулку тіло. Пойти. Так, а погані залежності – це ігроманія, наркоманія. Так. Це правда? Це дійсно так? Незалежних людей не буває? Ну, якщо так, то не буває. Давайте поговоримо загалом про такі модні залежності, які зараз існують. От, наприклад, зараз чимало людей, молодих людей, вживають замість тютюну айкос чи вейпи. От на ваш погляд, це корисна залежність, чи все ж таки можна вважати, що це таке ж тютюнопаління? Ну, корисно зовсім не вживати цього. Ну, а что такое айкос, что такое вейпинг? Ну, вейпинг, если мы, это одно из современных модных течений, которое, мягко скажем, это мини-кальян. Вот то, что мы видим по телевизору, в поездках там в Турцию, еще куда-то кальяны курят, да? Ну, вот это тот мини-кальян, который практически состоит из нескольких составляющих на базе жидкости и идет вдыхание различных реагентов, которые заправляются. Они разной формы бывают. Бывают эксклюзивные, бывают в виде цилиндрика или в виде там, какого-то квадратика. Но там сама суть использования идет выпаривание. Там аккумулятор стоит и выпаривает. И пар уже вдыхаем. Что уже мы вдыхаем? Какой там пропилен, какой глицерин, да, это и до сих пор люди спорят, ученые спорят, и никотин там есть, все там есть. Ну, я приведу вам пример такой, наверное, не всегда есть заводские заправки, потому что, ну, в нашей больнице не так давно проверялся один из кандидатов там на водителей, пришел, мы взяли, да, все, и обнаружили у него, извините, следы наркотика, да. Поэтому это тоже как бы нужно к этому осторожно относиться. Да, что такое айкос? Ну, айкос это более немножко, он позже появился, это система электронного нагревания, но там уже идет табака. Там специально готовятся такие кассетки табака, но если мы посмотрим на них визуально, оно на табак не похоже. И часто вопросы, а что ж туда положили? Нет, это табак, но он очень мелко измельчен. Но опять же туда добавлены глицерин, тот же глицерин добавлен, и этот пропилен, который гликоль, но тем не менее, они везде, и пропилен, гликоль, и глицерин, они сопровождают все, и табакокурение, и айкос, и вейпинг, они везде есть. Насколько это вредно? Вредно однозначно. В дыму там до 6000 ингредиентов вредных химических находится. Ну, температура, да. Если мы возьмем вредность обычной сигареты, да, там до 800 градусов во время курения табака. И вызывает и ожоги слизистой, и затем онкологические заболевания. То здесь, ну, 250-350 градусов, они, конечно, не вызовут тех ожогов. Вот. Ну, бывают вопросы, а не может ли он загореться, там еще нет. Вот, в принципе, вейпинг может взорваться. Аккумуляторы, описаны случаи уже во многих странах, когда рядом с лицом происходит этот взрыв и наносятся травмы. То по поводу айкоса такого ми не слухали. Дивіться, але ж виробники і того ж айкосу, і вейпів нас запевняють, що той же гліцерин та пропіленгліколь, вони не шкідливі для організму людини. Ну, проте вони теж викликають залежність? Чи все ж таки це не можна назвати залежністю? Ні, залежність викликає нікотин, в общем-то, нікотин. Хоча нікотину ми приписуємо всі вредності, ще со времен Совєтського Союзу, всі пам'ятають фразу, одна там... Один грамм никотина убивает лошадь. Неправда, никого она не убивает, этот грамм. Вот. И не настолько он вреден, как те, извините, соединения, которые будут от горения. Смолы,
продукты распада, они более вредны для организма, они вызывают заболевания. И сердечно-сосудистые, ЖКТ, и зависимость. Но зависимость никотин вызывает, да. Дивіться, чимало курців зараз переходять на більш легкий такий спосіб вейп чи айкос, щоб кинути палити. Це можна вважати таким кроком до позбування звички, чи все ж таки це, можна сказати, як милиця для залежного? Тобто ти з однієї залежності переходиш на іншу залежність. Ну, я вам скажу, що це самообман. Так, если однозначно сказать, это самообман. Да, если взвесить там за, против, там, ну, небольшое, это, ну, это самообман. Если человек решил бросить, и если он сам не может, мы готовы ему помочь. Но если начинает человек начинает прятаться, он прячется от семьи, прячется от самого себя, где-то за углом покурит, думаю, ну, последний раз, да, выпрошу, да. Потом перешел на вейпинг, перешел на айкос, вроде бы как. Особенно, кстати, это женщины самообманом этим больше занимаются. И так переходят, да. Цікавий факт. Ну, надо отдать должное нашим женщинам. Я бы, конечно... Вы нахидны сегодня у нас. Нет, но я бы не хотел об этом говорить. Но культура курения начинает теряться. Если раньше, много лет назад, вообще было не принято, чтобы женщина курила на открытом воздухе, в общественном месте, на остановке там, трамвая, автобуса, то сейчас, извините, что мы видим с вами на тротуарах, на остановках? Стоят молодые женщины, курят, так, знаете, как заправские мужики. Или на ходу, или на ходу идет и курит на ходу. Ну, это неправильно. Ну, культура курения должна быть. Сейчас действительно, ну, то, что с 2012 года в нашей стране запрещены рекламы, начали определенные запреты места курения, начали выделяться места. Ну, пожалуйста, ну, парк там где-то, например, присядь, покури аккуратненько, правильно там? Или где-то на открытой площадке там. Но вот этот вопрос, он немножко как бы, да, негативно сказывается на общем имидже. Це, мабуть, стосується не лише культури паління, а культури загалом. Ну, мы говорим о палінні сьогодні. Так. Да, загалом-то, да, і мусор бросим, еще что-то, это понятно. Но, в принципе, вот этот вопрос, как бы, да, мы к мужчинам привыкли уже, к курильщикам, да, они для нашего пейзажа вообще не вызывают ничего. А курящая женщина, идущая, извините, по тротуару, да еще ребенка тянет за руку, ну, нехорошо. Якщо ми говоримо про алкоголізм, розкажіть, будь ласка, що таке дрінк? Скільки дрінків можна жінці, скільки можна чоловіку, як їх можна поєднувати з їжею, тобто чим можна закусувати, щоб було, не було залежності, щоб це було культурно? Ну, давайте так, тогда сначала я скажу несколько слов по поводу алкоголя, какой он бывает, да? Вот сейчас все привыкли считать калории. Ну, це модно. Зараз это как продукт, да, калорії. Алкоголь – это продукт питания такой же, да. Если мы возьмем крепкий напиток, допустим, виски, да, это 220 килокалорий, водка 235. На 100 граммов. Так, 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 все на 100 грамм, да. Коньяк 240, а вот сухое вино белое – это всего 66. На вот диетах, сравните. Навіть, дозволяют сухое белое вино. Ну, мы культуру питья посмотрим, допустим, европейские страны, да. Вот там принято сухое, там, белое вино, ну, сухое. Вот видите, он же… если взять ликер… Там вообще 345 килокалорий в ликёре. А если коктейль взять, там 350 килокалорий. От этого тоже очень много зависит. Ну, а по дринкам Всемирная организация здравоохранения, она, конечно, по дринкам, интересно сказать, есть там две единицы унит или один дринк. Угу. Так вот, один дринк – это 10 миллилитров чистого алкоголя. Перерасчете, это 10 миллилитров чистого алкоголя, ну, это где-то 8 грамм. Вот что такое один дринк? Это 10 миллилитров. Два дринка – 20 миллилитров. И поэтому мы иногда слышим так в обыходе, переговорим, там, налей мне там 2-3 дринка, да? Ну, они шутят, не зная даже, что такое дринк. Угу. Так дринк – это международная мера, да. Значит, и сколько нам рекомендуют вживать? Ну, для мужчин не более 20 дринков в неделю.
в неділю. Тобто це 200 грамів? Ну так. 14 дринків для жінок в неділю. Это те рекомендации, которые есть. 4 дринька в день для мужчин и 3 для женщин. Но затем не менее 3 дней нужно делать перерыв. Чтобы организм смог это все переварить. Да, то есть примерно 2 раза в неделю получается у нас эти дринки можно употреблять. Это дозволено, это можно, и это не вважается алкоголизмом. Ну, это то, что организм может спокойненько справиться с ним, переварить, и как бы оно все вредно. Полезно ничего, не пить, не курить, да, это правда, это здоровый образ жизни. Вот. Ну, а в принципе, рекомендуется по возможности больше 5 дринков не употреблять. Вот если есть компания, встреча, вечер, так прикинь, чтобы больше 5 дринков, это будет нормально. 100 граммов будет. И достаточно. Ну, и в принципе, дома. Да. Ну, можно же с одним бокалом сидеть, извините, целый вечер, а можно наливать туда каждые 10 минут в бокал. Ну. Поэтому, опять же, это культура питья, так сказать. Культура споживания алкоголя. Так, так. Пане Володимире, які на сьогоднішній день існують методи лікування залежностей, і які з цих, можливо, нових методів, які з цих методів використовуєте ви у вашому закладі? Ну, методов лечения действительно много, вот, и психотерапевтические, психологические, медицинские, медикаментозные, да, в тяжелых случаях и до реанимации доходит. Значит, практически все методы используются в нашей больнице. На разных стадиях человек, который хочет получить помощь, уже мы смотрим тогда, насколько он уже зависим, и тогда принимаем меры. Ну и также очень важна реабилитация, реабилитационный период, когда человек прошел курс лечения медикаментозный, его нужно реабилитировать. Где реабилитировать? Вот это у нас серьезная проблема. Но так как сегодня медицинскими проблемами занимается не только практическое здравоохранение, много частных фирм, много частных структур. Поэтому мы тоже с ними контактируем, мы с ними занимаемся и зачастую предлагаем даже, рекомендуем. Потому что на сегодня НСЗУ, наш основной, так сказать, финансист по здравоохранению практическому, нет такого пакета, которым бы могли заниматься реабилитацией, поэтому совместными усилиями. А так все практические виды оказания медицинской помощи наша больница оказывает, как амбулаторно, на МАЗЭП-3, пожалуйста, можно обращаться амбулаторно. Дневной стационар работает, так и стационарно. И стационарно аналогично тоже можно обращаться в диспансер наркологический, получить направление и лечь, пролечиться, если не может справиться амбулаторно. Нещодавно дізналась таку інформацію, що, виявляється, у вашому закладі навіть використовують метод кодування від залежностей. Чи правда це? І розкажіть детальніше про цей метод, як все відбувається. Ну, помню, про метод рассказывать сам смысла нет, а то, что он есть у нас, и он используется, да, медикаментозное кодование, психотерапевтичное, их очень много видов различных, мы тоже все используем. Но, опять же, сразу скажу, обязательно желание самого больного. Тобто, якщо людина не хоче, її закодувати неможливо. Но є закон. Без відома больного ми не можемо. Без відома больного ми можемо йому допомогти оказати і то через цілу проблему юридичних различних нюансів, рішення суду, там недобровільно, коли чоловік не контролює вже себе і дальнейшее його употреблення того же алкоголя, воно приводить не тільки к потере здоров'я, а ще й к каким-то, извините, воздействиям вред для других людей, для окружающих, для семьи, тогда суд принимает решение, и он у нас лечится тогда так, примусово. Вот. А
процессе лечения мы используем любые возможности, чтобы помочь человеку, в том числе и кодование. Это методы, опять же, те, которые утверждены, которые есть, они есть в министерских наказах, приказах, они сертифицированы. Потому что, ну, не секрет, есть очень много шарлатанов, которые, прикрываясь, и ведут какие-то частные там приемы, и кодуют, и под видом врачей, хотя не врачи, и все, что хочешь, есть у нас в стране. Поэтому нужно официоз. Иногда, ну, не секрет, многие боятся обращаться, они боятся, как бы, вытока информации, там, и т.д., т.п. Нет, ничего этого не будет. У нас даже есть такая строка, как анонимное лікування. Тобто можна звернутися, сказати, я там нарко чи алкозалежний, я хочу закодуватися, так, пройти лікування, але хочу, щоб про це ніхто нічого не знав, щоб медичних карток не було. І все це дозволено. Даже якщо він цього не скаже, ми нікому ніякої інформації не даємо о своїх больних. Це все захищено законом. Поэтому, ну, там є несколько случаев, когда действительно мы даем, но это очень узкий круг, и только для, если где-то произошло какое-то ЧП, которое заинтересованы уже судовые органы, прокуратура, только в тех случаях. Мы даже адвокатам не даем никаких сведений. Да. Поэтому, а если он еще анонимно, пожалуйста, он может Иванову, Иван Ивановичем обозваться, он так и будет Ивановым, хотя он не Иванов. Мы никому никаких не даем информации о своих больных. Якщо ми говоримо про кодування, наскільки вистачає ефекту від процедури? Індивідуально. Очень тобто може бути один раз і на все життя, може бути так, що потрібно бути ще так, раз. Так, це дуже індивідуально, наскільки сам чоловік цього хоче. Повірте мені, це дуже важливо. Якщо він йде под давлением окружающих, там, семьи, на работе. Он вроде внешне соглашается, но думает, скорее бы это все закончилось, и ему надо вернуться там в гараж, во двор, еще куда-то, где там уважают его. Вот. Поэтому тут чисто индивидуально. Какие есть противопоказания до кодування? Ну, то там целый перечень противопоказаний. Не осматривается и анестезиологом, и лечащий врач. Какие-то заболевания, которые могут быть, если это медикаментозное кодирование, может непереносимость быть, то есть какие-то соматические заболевания. Там есть, там жесткий отбор идет. И мы, к сожалению, некоторым отказываем. Ну, дивіться, всі знають, що можна закодуватися від алкоголізму. Від яких ще залежностей можна закодуватися? Чи можна, наприклад, закодуватися від тютюнопаління, можна. Чи ігроманії? Можна. Чи працює цей метод? Працює. Можна. Тому треба звернутися до нас, до нашим спеціалістам. І якщо є бажання у самого пацієнта, ми обов'язково допоможемо. Останнє запитання. Як можна потрапити до вас? Як можна записатися на лікування? Що для цього потрібно? Чи, можливо, якісь там направлення, тести на ковід зараз? Чи як це відбувається? На стаціонарне лікування – так. Ми дуже, так сказати, опасаємося, щоб занести ковід в больницу, в стаціонарний комплекс. Поэтому, да, у нас там требования, но они не наши. Это требования Министерства здравоохранения и всего практического здравоохранения. Нужен тест. Но если больной поступает по скорой помощи, ему нужно оказать помощь. Конечно, мы принимаем без тестов. Но у нас выделены специальное отделение, мужское и женское, куда мы необследованных больных принимаем. Ну, такое отделение. Понятно, уже несколько раз у нас остановились на карантин, приходилось другие, потому что ковид, к сожалению, никто не отменял. Вот. А в принципе, обращаться нужно диспансер наркологический на МАЗЭП-3, психиатрический на МАЗЭП-3. Пожалуйста, работает 6 дней в неделю. Стационарный комплекс круглосуточно работает, и нашим больным по всем документам Минздрава НЦЗУ разрешено обращаться напрямую, непосредственно обращаться за помощью к нашим специалистам. То есть он может сам приехать из дому, он может сам обратиться, и мы его принимаем. А так, в принципе, любое направление, семейные лекари уже знают, они дают направление к нам. Ну, скорая помощь однозначно все знает. А так, в принципе, районные психиатры, наркологи, все. Направление, пожалуйста. Было бы бажание. Да, главное – это желание. Это однозначно. Без этого, к сожалению, очень трудно лечить.
пане Володимире. Я вас дуже дякую. Вам дуже дякую, що ви сьогодні завітали до нас у студію. Нагадаю, що це був Володимир Ященко, генеральний директор КНП Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня. І ми сьогодні говорили про сучасні методи лікування залежностей. На цьому все. Дивіться нас наступного понеділка. Бережіть себе та своє здоров'я. Thank you.